Приветствую вас, друзья! На связи Сергей Домогацкий. В этом видео мы поговорим о таком немаловажном элементе, как звукоизоляция межкомнатных стен. Когда я был маленький, в 11-12 лет я учился в Центре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске. Учился я там на художника. И это учебное заведение интернатовского типа. Его строили финны. По тем временам это было вообще просто безумное сооружение. Туда просто водили экскурсии. Это было очень крутое здание, но считалось, по крайней мере. И в корпусе, где жили дети, в каждой комнате был общий вход, общий коридор, туалет, ванная. И располагались две комнатки рядом. В каждой из этих комнат жили по два ребенка. Ну и сами понимаете, это как бы детское общежитие, там просто шум и гам постоянно. И тем не менее, звукоизоляция межкомнатных перегородок была выполнена на таком высоком уровне, что я уже тогда в 11-12 лет задумывался, как такое возможно. В соседней комнате можно стоять на ушах, а в нашей комнате ничего не слышно. Вы представляете, как? Я просто не понимал. У меня в голове не укладывалось. И однажды мы дрались с моим приятелем Артемом, с которым мы жили в одной комнате. И случайно во время драки мы пробили стену. Я заглянул внутрь стены, и я был поражен. Буквально по 5 сантиметров утеплителя и около 10 сантиметров воздушная прослойка. Все, больше ничего не было. Гипсокартон, 5 сантиметров, какой-то там что-то типа какой-то ватный утеплитель. Затем воздушная прослойка, опять ватный утеплитель и опять гипсокартон. То есть настолько все элементарно. Но откуда же такой крутой уровень звукоизоляции? Прошло 20 лет, мы поехали в архитектурный тур в Финляндию. И заехали на завод к моему другу, которого зовут Петри. Он финн, и у него завод, который в тройке производителей каркасно-щитовых домов в Финляндии. И Петри мне все объяснил, как можно выполнять звукоизоляцию межкомнатных перекрытий на самом высоком уровне. То есть как из тех же самых материалов сделать так, чтобы у вас был самый высокий уровень звукоизоляции. То есть практически не нужно что-то сверх переплачивать. Те же самые материалы просто расставляются немножечко иначе, в ином порядке. И у вас получается самый высокий уровень звукоизоляции. Об этом данное видео. И эти стены, эти межкомнатные перегородки вы можете монтировать абсолютно во всех домах. Неважно, какой у вас дом, кирпичный, деревянный, да хоть оловянный. Межкомнатные стены любого дома вы можете выполнять по данной технологии. Стандартный вариант межкомнатных перегородок выглядит следующим образом. Это стойки деревянные, как правило, их сечение 150 на 50 мм. Шаг между стойками, как правило, выдерживается 60 см. Внутрь закладывается базальтовый утеплитель примерно 100-150 мм. Иногда 200 делают, но это крайне редко для межкомнатных перегородок. Затем данные стойки с обеих сторон обшиваются гипсокартоном, либо ОСБ, а поверх гипсокартон. Так выглядит стандартная каркасно-щитовая стена. И по такому принципу возводят межкомнатные перегородки в 90% деревянных домов. Финны пошли по другому пути. Они придумали двурядную систему стоек в шахматном порядке. То есть берутся стойки 150 на 50 мм. Устанавливается сначала первый ряд с шагом 60 сантиметров, а затем устанавливается второй ряд, и также шаг стоек выдерживается 60 сантиметров. Между первым и вторым рядом выдерживается расстояние 50 миллиметров. После того, как установлены стойки в шахматном порядке, снаружи и внутри межкомнатной перегородки устанавливается 50 миллиметров утеплителя. Лучше всего использовать не базальтовый утеплитель, так как базальт имеет большое количество пыли, которая не выводится из легких. То есть базальтовый утеплитель, он не экологичный. Лучше всего использовать утеплитель, например, Ursa Pure One. Это классный утеплитель, он подходит для детских помещений, у него минимальное количество пыли, и если хорошо изолировать перегородку, то данная перегородка будет абсолютно безопасна, и у вас в воздухе, в вашем доме, не будет присутствовать минеральная пыль. Итак, с обеих сторон данных стоек вы устанавливаете по 50 мм утеплителя. Внутри получается 100-миллиметровая
воздушная прослойка. И вот эта воздушная прослойка как раз-таки и является секретом такой высокой степени звукоизоляции. То есть звук через межкомнатную перегородку проходит с задержкой, так как идет 50 мм утеплителя. Звук искажается, уровень децибел понижается. Затем звук искаженный и пониженный попадает в эту воздушную прослойку, и дальше он не выходит. То есть это идеальная звукоизоляция. Казалось бы, в данной технологии используются все те же материалы, что используются при устройстве стандартных межкомнатных перегородок. Но разница просто колоссальная. Звукоизоляция у такой технологии превышает уровень звукоизоляции стандартных межкомнатных перегородок просто в разы. Единственная проблема заключается в том, что когда вы устанавливаете второй ряд стоек, у вас идет перерасход древесины. Если у вас высота потолка 3 метра, а протяженность межкомнатной перегородки составляет 4 метра, вот такая же стена, как находится у меня за спиной, то вам понадобится всего 6 трехметровых отрезков 100-миллиметровой доски 150 на 50 миллиметров. По цене это получается 1800 рублей, но зато вы получаете совершенно иной уровень звукоизоляции. Итак, давайте подведем итоги. У нас есть два ряда стоек, которые снаружи и внутри обшиваются утеплителем 50 мм. Внутри получается 100-миллиметровая воздушная прослойка. Затем этот утеплитель необходимо хорошенечко изолировать мембраной. Таковы правила. Для качественной изоляции межкомнатных перегородок финны чаще всего используют крафт-бумагу. Строительная крафт-бумага. Она в России продается, стоит просто копейки. Единственный очень важный момент, прям архиважный. Когда вы крепите эту крафт-бумагу, допустим, степлерами, нужно проклеивать как степлерные отверстия, потому что там есть микроотверстия, проклеивать скотчем, а также нахлёсты крафт-бумаги. То есть там, где у вас идет стык, нахлёст, обязательно хорошенечко, качественно все проклеиваете скотчем. Это ключевой момент. Я наблюдал сотни строительных объектов в Европе, и всегда, везде, во всех странах мира одинаковая ситуация. Европейцы очень качественно подходят к изоляции различных пароизоляций, гидроизоляций и так далее. То есть каждый стык, каждое отверстие они обязательно проклеивают специальным скотчем. Это просто необходимость. У нас в России этим пренебрегают, поэтому пыль от различных базальтов, там, от различных не очень экологичных утеплителей проникает к нам в помещение через микротрещины. И впоследствии мы наполняем этой пылью свои легкие. Обязательно, хорошо, качественно проклеивайте изоляцию. Кстати, возможно, кто-то из вас обращал внимание, что в моих видео из Финляндии, из Норвегии я показывал различные строительные объекты, где использовалась базальтовая вата. Во-первых, как я уже сказал, европейцы вообще невероятным образом изолируют базальтовую вату. А во-вторых, я сейчас скажу ужасные вещи, но в Скандинавии, в частности в Норвегии и в Финляндии, сейчас на данный момент очень низкий уровень строительства. То есть сами финны и сами норвежцы говорят, у нас на строительном рынке просто какой-то кошмар вообще. Вся Европа уже давно отказалась от базальта. А финны и норвежцы все еще используют базальтовую вату. Помимо всего прочего, их технологии уже очень сильно устарели. Во всей Европе уже давно используется сплит-система. Я уже вам год обещаю снять видео по поводу сплит-системы утепления каркасно-щитовых домов. В Финляндии и в Норвегии все еще используют обыкновенную систему утепления каркасно-щитовых домов, которая показала себя крайне с негативной стороны. Потому что в точке росы, когда зимой минусовые температуры на улице, в точке росы начинает скапливаться влага. Так вот, итог. В Финляндии и в Норвегии крайне низкий уровень строительно-монтажных работ и вообще технологичности в стройке. Цены невероятно высокие, а уровень очень низкий. Конечно, есть хорошие компании, но в целом ситуация вообще крайне плачевная. Поэтому не нужно смотреть на то, что они делают одернарное утепление из базальта и давайте делать так же. Нет, нельзя так делать. Это прошлый век. К сожалению, Финляндия и Норвегия осталась там, в прошлом веке. После того, как вы качественно изолировали свою перегородку с обеих сторон, вы обшиваете данную перегородку по своему желанию.
Это может быть гипсокартон, это может быть имитация бруса, это может быть какой-либо декоративный планкин, может быть панельно-щитовая отделка. Это не имеет значения. Вы просто обшиваете стену с обеих сторон по своему желанию. Все, межкомнатная перегородка готова. И, кстати, по такому же принципу можно звукоизолировать межэтажные перекрытия. То есть точно так же в шахматном порядке раскладываются лаги пола, устанавливается звукоизоляция, а затем снаружи и снутри полы подшиваются отделочными материалами. Все, тот же самый принцип, просто горизонтально как бы стенка лежит. Вот и все. На этом различия заканчиваются. Абсолютно то же самое устройство, та же самая воздушная прослойка и тот же самый уровень звукоизоляции. И, кстати говоря, данное устройство межэтажных перекрытий снимает вибрацию. То есть вибрация попросту не передается на потолок нижнего этажа. Допустим, по полу сверху бегают дети. Какие бы у вас ни были использованы мощные лаги, полы все равно будут немножко вибрировать. Но если на лаги не крепится потолок, то есть есть разбивка в шахматном порядке и есть воздушная прослойка, то вибрация не передается на нижние лаги. И таким образом получается, что сверху полы немножко могут дрожать, а снизу, когда мы смотрим на потолок, на него не передаются вибрации. И это очень хорошо. Кстати, в скором времени мы начнем строить выставочный дом Бергена Альфа. Мы сейчас подыскиваем площадку. И в доме Бергена Альфа все межкомнатные и межэтажные перекрытия будут выполнены по данному принципу. То есть мы постараемся добиться самой высокой звукоизоляции. Я могу снять поэтапное видео, как правильно закреплять стойки, как правильно устанавливать утеплитель, как правильно все это дело изолировать. Если вам интересен такой поэтапный процесс, обязательно напишите в комментариях, потому что мне не хочется снимать видео, которые вам попросту не интересны. Напишите в комментариях «Да, интересно, снимай», и я обязательно запишу для вас подобное видео. Есть еще один способ дополнительно звукоизолировать ваши межкомнатные перекрытия. Когда вы планируете свою, допустим, спальню или детскую комнату, на этапе планирования, когда вы думаете, где вы поставите шкафы, где вы поставите кровати, тумбочки и так далее, пытайтесь спланировать все таким образом, чтобы та стена, которая, допустим, граничит с детской комнатой, чтобы именно к ней был придвинут шкаф. То есть обыкновенный шкаф для одежды. Таким образом, вы дополнительно звукоизолируете межкомнатные перегородки. Лучше всего использовать шкафы, которые упираются непосредственно в потолок. И причин сразу несколько. Во-первых, повышенная звукоизоляция. Во-вторых, там сверху не собирается пыль, а еще что хуже, туда не закидывают различное барахло, там какая-нибудь старая поломанная техника, какая-нибудь коробка от пылесоса и прочий хлам, который там годами просто пылится. А в-третьих, выглядят такие шкафы значительно эстетичнее. Минус только один. Шкафы, которые упираются непосредственно в потолок, чаще всего делаются на заказ. А это дороже, но это значительное удорожание. Но можно выйти из ситуации следующим образом. Покупаете обыкновенный шкаф IKEA, например, и делаете сверху самостоятельно доборы. То есть в IKEA можно докупить панели. Вы просто рассчитываете панель по размеру, чтобы она перекрывала вот это пространство между шкафом и потолком, и самостоятельно устанавливаете такой своеобразный короб. Можно даже сделать так, чтобы этот короб открывался, то есть использовать функционально данное пространство. Таким образом, вы не затратите большого количества денежных средств. Если вы совокупно используете эти два элемента, то есть вот эта финская технология межкомнатных перегородок с воздушной прослойкой и плюс шкаф, который упирается непосредственно в потолок и который идет на протяжении всей стены, которую нужно звукоизолировать, то у вас будет самый высокий уровень звукоизоляции. Это факт. Понравилось данное видео? Поставьте лайк, напишите комментарий. С вами был Сергей Домогацкий. Всем пока!